Физическое наказание детей предлагают законодательно запретить в Казахстане. С предложениями выступил Детский фонд ООН. Представители Всемирной организации убеждены, воспитывать несовершеннолетних можно без телесных наказаний. Подобная практика, по их словам, уже успешно применяется в 65 странах мира. Насколько разрушительно насилие среди детей и в отношении детей. И эти нормы необходимо менять через посыл к семьям, что не нужно думать. Меня так воспитывали, меня так вырастили, я тоже так буду растить своего ребенка. Ребенка можно воспитывать и растить, не повышая голоса и не поднимая руки. Для этого необходима эффективная коммуникационная кампания. Тем временем, только за прошлый год за невыполнение родительских обязанностей в Казахстане к ответственности привлекли более 7 тысяч мам и пап. Причины разные. Одна из них – дети без присмотра днем и ночью слоняются по улице. Ежегодно полицейские задерживают более 100 тысяч таких несовершеннолетних. Чиновники в Минпросвещении предлагают ужесточить ответственность родителей. Если говорить о причинах преступлений среди и в отношении несовершеннолетних, мы говорим о том, что здесь слабое внимание со стороны родителей, в первую очередь за поведением, за досугом их детей. В этом году привлечено более 680 таких предпринимателей к ответственности. Таких всех лиц мы ставим на свой учет в органах внутренних дел. С ними проводится индивидуальная профилактическая работа.